Тури-тури-тури-ту. Ну а я продолжаю свою рубрику «Надпись на писте». И сегодня надпись на писте от Игоря и Вадика для Ирины. Для Ирины Широковой. Смотрим надпись. По традиции красивый вид от Игоря и Вадика для Ирины. И они хотели тебе сказать, что они купили билет во Вьетнам. Зайди в группу для подробностей. Смотрим надпись. Посмотри, тут сказка. Мы ждем тебя. Колбаска. Опьянил совсем, в голове дурман. Минутка охуеннейших зрителей. Аленочка. Раджатушка. Эндюшка. Киселев. Раджатушка. Женечка. Алена. Алена. Валера, Лёсик, мой любимый Лёсик, Слепцов, Ваня, Альбертушка, Алена, Раджат, Раджат. Ой. Ну все, люблю вас всех. Он, блядь, а вдруг кого-то забыл, подождите. Будет пиздеть. Пожилой строитель, мудрый, Аленочка. Это дохуя Алены. Блять, походу скоро свадьба. Фарид. Ну все, давайте, люди. Жух. Мне здесь одна мадам в инстаграме написала: Юра, тебе не надоело каждый день по одной и той же дороге ходить на один и тот же пляж? А я говорю, ты что, ебанутая, что ли? Как вот это может надоесть? Вы что, идиоты? Мне, вы знаете, надоедало ходить на одну и ту же работу по одной и той же дороге. А здесь что, красиво, тепло, песочек, морька, вообще не надоедает. А надоест можно уже всегда поменять. Бля, это вообще, какая погодка хорошая. Ну ладно, пошел надписи писать. Вы не забывайте заказывать надписи на писте «Новый год» вот-вот. Для бедных 500, для богатых, сами знаете. Да, то вдруг я съебу. Ну, короче, это не важно. Давайте, все. Жух. Ну, а мы с дедом нашопились. Да, дедушка? Да. Да. Смотрите, что купили. Купил себе еще 4 таких же майки. А что, и голову ебать не надо вообще. Носи да выкидывай. Очень практично. А также Липтон, бананы, кофе, вкуснятина. Там тоже какая-то хуйня. И шоколад. Вот такое нужен. И масса иностранцев. Назовем их так. Смотрите, сколько нашего брата тут. Там брат, там брат, там братья и сестры. Тут тоже, тут тоже. О, пойдемте с вами во вьетнамский магазин. Ну, он и магазин, и все, и мопеды сдает, и бензин заправляет. И наебывает только в путь. По-русски балаболит. Вот дадим им магазин. Мы с вами возьмем что попить. Кофе, правда, здесь по 20, а не по 15. Надо, по-моему, что по-русски говорить. А шоколад?
Видите шоколада? А, вот шоколад. Шоколад вот так. Давайте с нитерсой доебнем. За полтинник мы договорились. А, да, так вот. Вот это. Ваши 20 и ваши 40. Так вот, знаете, какое-то странное здесь ощущение. Ты вроде бы, блядь, и в гостях, но ты в Анапе. Понимаете, вот, блядь? Реально непонятно. Вьетнам хорошая страна, но слишком мало вьетнамцев. Вот вам еще для проверки. Просто обалдеть. А, ну вон там есть. Вот еще. Смотрите, еще на мопедах подъехали. Там идут. Ужас. Ужинаем с дедом. Ужин с дедом, заебись. Дожил, ёпта. Когда-то с женщинами ужинал. С молодыми даже бывало. Блять, горячо. Мой не меняет. А вот какао. Ну ладно, все. Уж наш романтик мы оставим при себе. Зажигай свечи. А я пока платьица натяну. Маслом намажь. И маслом, да. Ну все, давайте. Как же заебись с утра, знаете, покурить, сходить написать для вас надпись, там покурить сигаретку, потом попить кофе с шоколадкой. И солнышко тебе через пальму, он там, видите, светит в твой глазик последний. Вот за такие моменты я и ценю жизнь. А вы цените? Или вам все равно? Ну, просто поделился эмоциями. Вот сидим с дедом, размышляем. Чем, допустим, мойня лучше того же, ну вы сами знаете, какого гоа. Ну здесь сидишь спокойно, да, вкушаешь пищу, там кондиционеры внутри, свет. Сейчас бы в этом, сами знаете, в каком гоа, до вас бы доебались бы какие-нибудь индусы, какой-нибудь конченый объебанный русский бы денег попросил. Не знаете вот это, блядь? Чистилище там, короче, а здесь вот для самодостаточных, которые жрут какую-то хуйню по 40 рублей, то ли мясо, то ли тесто, и размышляют о жизни. И волосатые маленькие яйца. У деда. Сморщены. Все, давайте. Смотрите, да, кафе? Ну или ресторан. Называется вот так. Вот в этом кафе я познакомился с кандидатом наук. И потратил денег хуевую тучу. Так вот, сижу и размышляю. За эти деньги я мог снять проститутку, да, и потрахаться. Ну, то есть выпустить свой пар. Ну, или как это называть? Ну, выпустить там, что мы выпускаем. И вот, знаете, я, наверное, все-таки больше кайфанул от свидания, чем бы кайфанул от проститутки. Угу. Странная, да, хуйня? Вроде и потратил не на дело, а удовлетворение получил больше, как мужчина, ежели бы выебал бы какую-нибудь проститутку. Непонятно, да?
Ну, это, наверное, мудрость, взрослая мудрость. Ну, это о своем. А еще размышляем о том, нам с ним как бы надо сейчас отсюда уехать. Нам с ним, охуеть, дожили, блядь. Нам с дедом надо уехать. А? А то Катенька там долго отдупляется, мы пока с дедом ебанем. Порезвимся. Так и вот. Ну и задумались с дедом, а куда потом обратно с России-то ехать? А ехать-то и некуда. Приехали, блядь. Все, приехали. Придется вот съездить в Россию, обратно сюда вернуться. Реально вот. Не будет ничего лучше. То есть мы с тобой две заблудшие души? Или мы теперь одна заблудшая душа? Да, хуй знает. Надо над этим подумать. Надо думать, хули. В общем, думаем. А сейчас я вам покажу нашу с дедом новую домработницу. Такая девочка охуенная, знаете, на меня так посматривает. Прям вот такая. Аккуратненько. А бабка почистила зубы. Ну что, смотрите. Женщины за работой, это вообще потрясающее зрелище. Жалко, не все это понимают. Кайфаните, мужчины. Давайте отойдем. Назовем видео «Женщины за работой». Спросите, у вас что, блядь, фруктов в стране нету? Нахуя вы везете с корзины фруктов? Или у вас родственники долбоебы и не жрали никогда фрукты? Ответьте в комментариях. Я вот не знаю, что бы я ответил человеку, который бы мне сказал: Юра, привези там манго или там, что тут еще-то есть у них? Или банан. Маракуйю. Ну что это за бред-то? Прилети да поешь, ебать. Ух, нихуя машина. Короче, вот непонятная ситуация. Что вот эти сувениры покупают, знаешь? Говнище из России, завезенное сюда, с вьетнамских рынков. Эти долбоебы туристы вывозят отсюда обратно. К себе в шкафы, блядь, на балконы там, к лыжам. Мусор везут, говорю. Мусор везут. Мусорщики, ёпта. А мы продолжаем наш романтичный встреча выпускников. О, смотри, там какая колобаха идет. Давай, чё ты, бля? Йоу-йоу-йоу! Не хочешь? Она летит. Деду нужна женщина. Или шлюху, может, да? Дедушке нужна внучка. А, внучка? Хуючка, ёпка. Внучка.